Привет, друзья! Это проект «Первый видеовторынок». Меня зовут Ян Симаков. В нашем автосалоне RDM Import на продаже есть вот такой Lexus RX 300. Машина эта 2002 года выпуска. У нее 3-литровый бензиновый мотор мощностью 223 лошадиных силы. Привод здесь полный, коробка передач автоматическая. Сборка у автомобиля японская, ПТС-ка оригинальная, было всего лишь два хозяина. Машину привезли из Соединенных Штатов Америки в 2008 году, то есть 6 лет она уже в России. Сигнализация у нее штатная, пробег 94 тысячи километров, стоит зимняя резина, один комплект. И стоимость этого Lexus RX 300 565 тысяч рублей. Объявление о продаже есть на сайте vam1.ru. Также есть наш видеоканал «Первый видеовторынок». Подписывайтесь на него, там много полезной информации. Спасибо за внимание и всем пока!